Привет, драгоценные мои! Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему не действует мышиная отрава и крысиный яд, который вы покупаете в магазинах, в частности в хозмагах. Дело в том, что 90% или даже больше – это все подделки, китайские подделки. Это все бутафорщина. Этот яд бесполезен. Там, собственно, и яда нету. Это какая-то ерунда, которая никому не помогает. Если вы хотите нормально бороться с грызунами, идите в дезинфекционную станцию. Там вам дадут нормальный яд. А это бесполезно. Никогда не покупайте такое в хозмаге. Это все фальшивки.